похорошела и лицо изменилось. Навка удивила переменами во внешности. Татьяна Навка некоторое время назад отказалась от фирменного блонда и сменила имидж. Она стала выбирать более спокойные и естественные оттенки в гардеробе. И также отказалась от яркого макияжа. Все, что она делает, слегка подчеркивает свою природную красоту. Стоит отметить, что такой образ нравится ее фанатам гораздо больше. В комментариях к новому снимку, автором которого, кстати, является ее дочь Александра Журина, многие написали комплименты в адрес фигуристки. Пользователи сети заметили еще и тот факт, что 46-летняя Навка на фото выглядит гораздо более нежной и расслабленной, чем обычно. Новый цвет волос вместе с загаром произвели еще и эффект омоложения.